На 4 жарких июньских дня алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы стал этаким маленьким Сколково. Около сотни барнаульских студентов, аспирантов, предпринимателей с помощью экспертов федерального уровня учились превращать идеи в конкретные бизнес-проекты. Итог – 8 групп, 8 проектов. Диана Исаева, студент-биолог, пришла на открытую школу, чтобы понять, как лучше всего представить на рынке созданную ею закваску. Особую, рассчитанную на жителей Алтайского края. Известно и существует такой факт, что для каждого региона наш состав кишечной микрофлоры, мы питаемся одними продуктами. В Москве оно немножко отличается. И вот чтобы эффект на болезнетворные патогенные микроорганизмы был сильнее, мы выделили, наоборот, полезные микроорганизмы, которые будут уничтожать, скажем так, эти болезнетворные именно для нашего региона. Она говорит, идея региональности закваски пришла к ней именно здесь. В планах аналогичные продукты для жителей других регионов. Многие эксперты считают, у продукта большое будущее, как и у приложения дополненной реальности, созданной другой группой. Говоря по-простому, это программа, которая позволит каждому желающему составлять свой набор рекламных предложений, дополняя их виртуальными персонажами, например, от любимой кофейни. Идя мимо этой кофейни, ему приходит уведомление о том, что иди, зайди, купи кофе и посмотри, какой у нас сурикат вылазит из твоей кружки и целует тебя в щечку. Если он заинтересован в магазинах одежды, то ему могут присылаться уведомления о новинках. Ты можешь зайти. У нас в магазине этой модели еще нет, но ты можешь на своем смартфоне примерить ее. Широкое использование такого приложения пока выглядит фантастикой, но эксперты, наоборот, похвалили ребят за смелость заявлять проекты, устремленные в будущее. Один из экспертов, Константин Денисенко, сказал, готов уже сейчас использовать такую программу для обучения сотрудников своего предприятия. А вот то, в чем пока проседают докладчики, это в умении объяснять, чем их проект может быть интересен потенциальному инвестору. Сколько необходимо лет для запуска, для самоокупаемости, сколько необходимо средств, все назвали, а вот как раз тот вопрос отдачи средств, что инвестора в первую очередь интересует, его роль, будь то это он заходит как собственник компании или это только лишь там отчасти займ, например, об этом как-то вообще никто ничего не сказал. Но это, признают эксперты, уже следующий уровень мастерства. Пока же инноваторы получат сертификаты участников открытого университета. Но главное, теперь у них больше знаний и возможностей, чтобы стать резидентами Сколково. Организаторы навигатора признали, что в ближайшем будущем, вероятно, открытый университет в краевой столице пройдет и повторно. Илья Кочетков, Николай Шелко, наши новости.